Всем привет, ребят! Ночью сегодня мега веселый, мега удачный день у сардельки. Честно говоря, я офигел с того, что я зашел просто, ну, я не успевал, только приехал, решил закрыть яйца. Теперь у нас сарделя с большими яйцами. Посмотрим, что из этого будет. В общем, есть локация сокровища замков. Там я выбрал, конечно же, награду яйца, потому что мне надо будет кучу питомцев. Мы их забрали, но это, ребят, не все. Закажу такое, я нажимаю, ну, нанять попытку обычную, там выпадает циклопик. И жму смену талантика. И как вы думаете, какой талантик нам упал? Ну, давайте. Думаю, ну, в принципе, я бы не сказал, что он имбовый, но для меня он реально крутой. Милость святого, вот такой вот талантик у нас есть. Я буду думать, кого его поставить. Конечно же, против противоположной фракции, то есть против красных, там он работает. Но в любом случае, ребятушки, это мега везение, когда такого аккаунта, это первая наша пятерочка. Не знаю, очень круто. Помимо этого, у нас есть фонтан желаний, который открыли. И здесь я получил тоже три карты. Ну, оно редко падает, но опять же, это опять же следующая удача. Ну и, конечно же, как по привычке, я как всегда зашел посмотреть, что там у нас продается на рынке. Ну, короче, печаль. Смотря на этот рынок, я просто, ну, коймас, ребят, вы и так знаете, как я к этому отношусь. Закажу сюда в магазин скидок. Я понимаю, что я тут ничего купить не смогу, потому что у меня самов нет. Чисто ради интереса посмотреть, что здесь продают. И жмякаю такой на скидку и минус 90, ребят. Правда, у меня стирачку, но смысла нет, камни. Я не знаю, 220 самов выложить сейчас за камни, которые использовать тоже не буду. А вот единственное, вот 250 самов за пропуска. В принципе, тоже зачем, я и так соберу. Ну, в общем, вот так вот. Были бы монетки, я бы собрал бы 5 камней. Минус 90%, ребят. Ну, я не знаю, это реально везение. Так, ну, стирачка, я не знаю, мне она тоже по сути не нужна. По призам, в принципе, довольно-таки неплохо. Можно натащить эмблемок восьмых, которых у нас и так нету. Ну, камешки, ну это, конечно, смешно, но вот это все смотреть по сравнению с английским сервером. Покажу вам English сейчас. Ну, просто так, это для тех, кто начинает начинающий аккаунт и не знает, что это за тема. Покажу вам просто возможности донатного, скажем так, аккаунта и рынок, который здесь. Здесь психощиты дают за самоцветы. Ну, в общем, так, чтобы вы сравнили, да. Видите разницу. Анубис, восьмые ремки, там все дела. Ну, я многие паки позабирал. Ну, в общем, как-то так. Ладно, идем обратно на сарделю. Покажу вам. Вы думаете, я там не играю? Ребят, я по чуть-чуть играю, собираю. Просто, я же говорю, у меня времени, я сразу предупредил, столько нету. Я вам снимаю контент топовый. В основном этот аккаунт тоже качаю, но постепенно. Так. Так, ребятушки. Вот я начал проходить подземочки. Скоро их позакрываю и займусь уже прокачкой силы. Смотрите, я, к сожалению, пока не могу юзать. Ну, все как обычно, все печально. Такс. Поехали сюда. А, и еще забыл. У меня есть, ребятушки, у меня есть новый герой. Для меня он имбовый. Он имбовый в любом случае для любого без доната. Тыковку вы мою видели. Теперь я вам покажу следующий герой, который считается очень топовым, особенно прохождение подземок там разных локаций. Раньше на архидемоны применялся. И, ну, я думаю, вы поняли, кто это. Это Купидончик. Вот у нас уже есть Купидончик. Ничего себе, у меня места нет. Печаль. Про Купидона сейчас я вам расскажу. Все, просили рассказать про героев, которые выпадают. Рассказывать вам, показывать. Это мы сейчас и будем делать.
Так, улучшить навык предмета на дотыковку, кстати, качну дальше. Отлично. Такс. Такс, такс, такс. Рекс, фекс, пекс. Использовать. В общем, Купидон бафер, который дает заряд энергии, то есть прибавляет к вашим героям, когда включает свой скилл. И также дает силу атаки на прокачке на 12, он еще там дает на 11 скорость бега, что тоже немаловажно, особенно в подземках и в некоторых PvP-локациях даже. То есть герой-дальник, для того, чтобы ему включиться, ему нужен полный заряд, он не автопрокер. По талантам однозначно ремка, если на древние там испытания, где я его тоже бывает использую, это священный огонь, дефный вариант. Но в основном самое родное это в этого героя, это ремка. У нас, как видите, самоуничтожение. Вот так вот. Герой действительно очень актуален. В принципе, где использовать, я вам так вкратце рассказал. Использовать можно везде, особенно на начальных аккаунтах. Если у вас есть Купидон, тыква, еще хранитель, то в принципе на подземках вам будет намного проще. Вот увеличивает энергию дружественного героя максимум 10 целей на 10 урон на 10% в течение 6 секунд. То есть фактически у вас всегда герои будут с усилением. Так, окей. Вот такой вот, ребята, трешечок. Вот такие вот изменения на сардельке. Вроде казалось бы так фигня, но посмотрите, сколько всего мы сегодня получили. И теперь надо думать, кому цеплять новый талантик. Пятерочку. Но для меня реально это везение. Так, окей. Ну, я пока его использовать не буду, надо ему что-то интересное придумать. Сейчас будут у меня быстрее качаться уже питомцы, так как у меня много фиолетовых яиц. Я надеюсь, я вытащу туда нового питомца, который действительно тоже очень-очень неплохой. Думаю, на него обзорчик вам смысла делать нету, если хотите, покажу. И сейчас я вам покажу, какие должны быть купидоны в идеале. Ну, как видите, тыковка уже получше разгоняет, то есть держится. Баф, ну, ей нужен зацеп всегда, было бы неплохо, если бы была бы хотя бы водушка какая-то. Это вообще было бы отлично. Но с Купидончиком они вместе будут очень-очень круто смотреться. Так. Получить яйца. Ну что, давайте по 450 на удачу. Или не 450, по 150. Знаю, я не коплю самоцветы, я хочу выбить имбу на русском сервере, это именно то. Так, получить. Забираем награды. Вот фонтанчик желаний, обязательная локация. Так, что тут, осколки Бигфута, но я, наверное, его буду очень долго собирать. Ну ладно, это же бесплатно. Так. Отлично. Еще какие-то бонусы пришли. Ну прям мега удачный день сегодня. Конечно, у нас на русском сервере это печалька. Так, ежедневный вход получить. Получили. Отлично. Так, а что у нас здесь? Так, карточку забираем однозначно, потому что надо будет какого-то героя открывать. Но остальное, к сожалению, у меня нету столько ресурсов. Так, архидемон. Забираем кулачки. 300 кулаков. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, я уже добью подземки. Так. Ну, я выбил здесь Купидончика, все можете меня поздравить, будем его тоже качать. Я сейчас вам покажу, какой Купидончик должен быть. У меня в планах качнуть, взять купа на 20-й, ради интереса прорыв ему сделать и потестировать его.
Так. Где ты? Вот так вот он выглядит в скине, то есть у него есть скин, который добавляет ему характеристики определенные. Вот мой вариант, то есть, ну, тут восьмерка, можно девятку, но смысла нету, пятерки хватает, если есть. Однозначно надо ставить Купидону, это решит очень много проблем, либо Со. То есть такой вот вариант. 12-12, как видите, он уже дает 75 плюс 72%, увеличивает на 35% скорость передвижения. В общем, вот так вот. Такой вот герой довольно-таки интересный. Так, идем на сардельку обратно. В общем, ребятушки, вот такой вот мини-видосик. Не хочу я вам там засорять, рассказывать. У, еще себе. Ну, тут еще бесплатно попыточку получили. Да, неплохо, неплохо. Лазулю добавили сюда. Ну, честно скажу, это уже это не та акция, которая была. Лучше всего тратить самоцветы на пирата. Такс, поехали. Нам надо. Я не буду сейчас. Такс, тут мы все прошли. Поехали дальше. Let's go сливаться. Ну, надо героя уже свыше сотки переводить, чем мы будем заниматься. Также надо будет пройти следующие волны. И надо будет уже делать расстановочку. Вот самое опасное, кстати, вот здесь, это шапка. Не знаю, остальные герои не настолько опасны, насколько опасна шапка в подземках. Ее больше всего боюсь почему-то, потому что она сливает героев всех, и, соответственно, приходится по кулдауну потом бегать. Поэтому, если видите шапку, старайтесь так ее либо слить, либо выбросить героя в другой стороне от нее, потому что она самая-самая противная здесь со всех. Такс, ну и надо будет уже Купидона нам брать. Только надо будет ему немножко по талантику что-то придумать. Ну, в общем, такой вот расклад, ребятушки. Как по мне, реально сегодня сосискин день. Так и назовем этот видосик. Сосискин день. Так, отлично. Ну, я дальше буду проходить, потом заберу уже все награды и что-то интересное придумаю. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Все дела, все читаю, все смотрю. Так, надо нам кого-то подкачать. Надо подкачаться. Причем надо 50, да? Все на 90, 90. Давайте Атланта немножко подкачаем. Личненько, плюс 87. Итого мы открыли новую локацию для нас. Это КБшка, Королевская битва, о которой я вам, думаю, расскажу уже в следующем видосе, что, как, почему ее нужно проходить. Или давайте, в принципе, да, лучше в следующем видосе. Будет, думаю, многим интересно посмотреть, расскажу, покажу. Сколько я мучился на русском, тоже, в принципе, узнаете. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите следующий сосискин день. Всем удачи, всем пока.